Так, тут вот какая-то фигня есть. Очередная, в общем, бажная машина. С виду называется прикольно. Зилок 133 СВ. Но уже при прогрузке, при вьюхе видно какая-то фигня. Во-первых, ну, стекла какие-то белые. Переднего колеса, заметим, нет. А как бы рама до заднего моста не дотягивается. Машина трехосная, но вообще. ЗИЛ 133. Первоначальной кабиной от 130-ника. Но почему-то у него сдвинулось. А хотя нет, у него, да, может, даже от ГЯ. Потому что у него морда-то изменена. Ну, короче говоря, у него почему-то мосты сдвинулись назад. То есть колеса неравномерно стали. И Михалыча что-то за кабину выбило. И вот такой сейчас тут эффект интересный. Бумеранга возникает. Понятно, что на этом ездить нереально. Но вот сейчас такой посмотрим. Так, во! В общем, эффект бумеранга. Хаотически летает. Бьется обо всем. Гудок рабочий. Подняло его в воздух. Ну, наподобие... Не знаю даже чего. Ну, больше на бумеранг, похоже. Но это не вечно должно продолжаться. Вроде как он должен успокоиться. Как тоже одержимая машина, короче. О, все. То есть машина, одержимая дьяволом. Колеса крутятся. Да, фары непонятно где врубаются. Михалыча вообще не видно. Вот на огромной высоте все это чудо в перьях, как говорится, взлетело. Вот там этот виден проспект испытателей внизу, река. В общем, дикая такая вещь. Ну, чисто для того, чтобы просто посмотреть, как баги действуют. Понятно. Так что вот такой зилок.